подождите, вы готовлюсь. Я никак не... Хау, братья! О! Приветствую, хорошего дня. Что-то прям вообще это самое, да, Ричард, прям... Не могу, короче, проснуться. Я уже часа два просыпаюсь, и уже вторую чашку кофе вообще никак. Сейчас, подождите. Нихау, братья, всем, друзья. Сейчас, Пандер, подожди. Накачаем мышцы. Жестко. О, захрустел. Друзья, на самом деле, всем приветствую. Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Продолжаем мы Atomic Hearts проходить, Атомное сердце. Вчера так душевно посидели. Ну, не, игруха зачетная. Вчера, кстати, это самое, в новостях ее засветили, что она там среди, короче, блогеров, стримеров что-то набрала популярность, там что-то косплеить ее стали, вплоть до зарубежных, короче, наших блогеров. Короче, очень понравилось. Такая же, говорит, пытаюсь с 8 проснуться. Да что-то как-то прям непонятно, нет. Вчера нормально, я не устал, я бы не сказал, что я устал прям... Правда, этот король Артур что-то меня вымотал. У меня вчера мысли по этому королю, что-то у меня прям не получалось проходить. Но сегодня не будет короля Артура. Я, наверное, перепройду за кадром, а потом начнем с того места, где, собственно, начинали. С чатиком хоть разобрался, елки-палки, чтобы он исчезал. Там столько тем. Я не буду говорить эту программу, все ее знают. Столько тем, и везде есть функция исчезновения сообщений. Я, наверное, перебрал 30... Нет, не 30... Ну, штук 20 точно, и только в двух они исчезают в темах. А остальные функции есть, но нету исчезновения. Ёлки-палки. Чё такое? Я, может, помнишь, да, Ричард там брал с этим? Как его? Там такие ранги, ДБД вот это вот. Я же ее отдельно покупал. Как бы за кадром, да? Не в стиме, а за кадром брал. Вот, она исчезает, а стандартная там не исчезает. Вчера посмотрел одного известного ютубера, его прохождение накрутили всего разраба, конечно, сильно. А, в плане истории или чего? Или в чем накрутили? Накрутили именно. Не, истории я вот там вчера тоже был неправ, оговорился, но я не мог себе позволить соспойлерить вообще сюжет, чтобы мне было интересно, запутанно, скажем. Пускай даже где-то какие-то я ляпы кидаю там, типа, словесные. Но это мне вызывает интерес, типа, понять. Но это не будущее, типа, СССР. Это аналог СССР 55-го года после Великой Второй мировой войны. Это просто аналог того СССР. И они как бы в будущее заглядывали, слушали музыку, вот что я по игре узнаю. Что создали этого искусственный интеллект. Это как бы аналог был того Советского Союза. Но все равно классно. Всего хорошего. Да куда ты лезешь, блядь? Будьте вежливы, чего такие? Мы отправляемся. Эту куклу, короче, мутузит, она еще призывает какой-то культурности, там, вежливости. И в итоге ее там разобрали на болтике. И плюс комплекс, оказывается, называется... Там у меня Прометей написан был. Это Вавилов комплекс. Ну, типа, Вавилон по-другому с ударением поставить. Как-то так. Военная база. Объект там 3... Как там вчера говорил? 38, что-то 86 или что-то такое. Или 3286. А, всего накрутили. Ну, фиг его знает, что они там накрутили. Но она очень интересная. Плюс это, конечно, экшон-шутер с элементами вот этой прокачки. Мне вообще нравится. Сегодня у нас еще плановая трансляция вторая должна быть. Вулонг Династия. Уже фигарит ее, стримит. Там как-то меняют регионы Индонезию, короче, вперед. Раньше всех. Как и Хогвартс. Помню, с Мишкой там все в Дискорде разговаривали. Он говорит, Мих, купил себе на Xbox, говорит, этот... Короче, Гарри Поттера. Говорит, выйдет, короче, вот завтра, а сегодня уже показывают, как так. Я говорю, как? Да просто, ну, типа, зашел, посмотрел. А у них там Индонезия. Регионы там раньше всех, что ли, получает. Ну, какие жулики, да? Ну, в хорошем смысле этого слова. Типа, тоже можно так же сделать.
да, чатик поменял, что-то прям пустовато. Я там опросик сделал, друзья. Опросик за лайкосик. А, что вы выбираете? Полимерную там оболочку, или как она, полимер, либо коллективный разум, либо близняшек, либо атомное сердце. Все прям... Да не, это каждый раз это придумывать, конечно, прям свистанешь. Ну ладно, друзья, отправляемся с вами в путешествие. Весь опыт, который вы получаете в этом мире, там, да, что-то мне опять по советам говорят, ты собирай там на это, на то. Да я думаю, что надо, что есть, то и собирать. Там какого-то сейчас мы этого Петренко, как он там, арестовываем, попали в архивы. На старое стрим прохождение. Аптечки есть? Так, Q заморозка, есть щит, V, понял, запомнил. По Патрикам что у нас? Я еще пистолет какой-то сделал. Непонятный. Погнали, помчались. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ричард, дружище, как думаешь? Прилетели мне авторские права-то? Догадайся с первого раза, да? Чего? Ебучие пироги! Это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Крас, не время! Скорее, говорит, блины. Наверное, нет. Пироги. Чё это за херня-то? Прилетели. Причем не подумай, что там за какого-нибудь исполнителя, там Эквадор или еще что-то. Не. Вот тут за такую вот музыку. Так, вот это вот что за... За тарантайка. Ладно, она меня не трогает, я ее не трогаю. Хотя она охраняет сундук. Понял. Да понял я, говорю. Да понял же. Там что-то еще можно было, типа, подобрать. Вообще. Стоп. А если я сюда? А как же режим стримера тогда? Да вот тоже я думаю, а как же режим стримера? Наверное, ты не поверишь. Да никак, да? О! Ну вот так вот получается. Так, ладно. А, пройди через семейный фонд.
Семейный фонд. Ой, блин. Михалыч, ну шо ж ты? Бежи! Миха! Короче, надо что-то делать. Надо с этим что-то делать, определенно. Я что играю-то как ботинок? А ну-ка. Ну, типа, вот за такую вот музяку пришло. Там мы когда что-то где-то летели, мимо пролетали, и там вот эта вот штука вышла. Все нормально. Пробуем. Ебучие пироги! Визуально это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, мою. Да похуй, храс, не время! Пироги, блины, да пофигу на самом деле. Тут надо... А, там же мышкой можно переключаться. Все очень просто. Ой-о! Ты кто? Диск какой-то. Что это за херня-то? Помогите. Какое-то невообразимое происходит и непонятное. Ладно, юзанул, хорошо. Там сейчас камера будет, и нам надо как-то ее снять. Ой, ты куда ты? Стреляешь, тут надо кидать было. Ты, говорит, либо туда иди, либо сюда иди. Там замок. Плюс робота, я понял. Так, камера. А что мы можем подобрать? Я коробку-то разбил. Еще есть какая-нибудь штука? Приблуда. Приблуда нужна. Кинуть. Не, поднять не может.
Сейчас еще. Еще. Ремонтники, блин. Типа сложность-то у нас высокая, поэтому поаккуратнее, наверное, да, действовать-то. Встал. Иди, давай, давай, давай сюда. Усачи. Подожди ты! Я, друзья, вообще не туда пошел. Да хорош! О! Комбо новое. Можно поярче? Чего-нибудь-то поярче-то, ну? А, нельзя. Сейчас опять где-нибудь сдохну. Я ж могу. Так, ничего не видно. Как-то не видно. Тут, смотри, тут припрятано. Так, значит, там мы не пройдем. Тут, по-моему, только сундук как-то вот можно забрать, да? Специально, да, вот так темно, вот, чтоб вот-вот-вот-вот. Понял? Лампочка. Приветствие. Откройте двери. Внимание, спасибо. С третьего раза, но открылось. Что-то надо разогреться. Пройди через семь... Так, это все одно и то же. Ты что делаешь-то? А! Жарко! Сейчас мне прическу попортит. Ты кто там меня там жгет? Какие-то дроны боевые.
Вообще не понимаю, чё тут, куда они тут налетели-то на меня? Полимер, я вчера хотел этот самый инвентарь как-то расширить, всё-таки более или менее. Стоять. Йоу-йоу, приветствую, хорошего дня. Йоу-йоу. Ох, да, мы дома, мы дома. Мы с Элеонорой. Не забывайте регулярно общаться к ремонтяшу. Что это такое-то? Электроэмми-генератор. Доступ разрешен. Доступ. Качнуть ствол, полимера. Сейчас посмотрим. Ну это навыки, да. 46 штучек я собрал, 75 нужно на рюкзак десантника нейро компрессионный. Ёлопало, тут что тут, что тут. А я не смогу этого. Это что у нас? Отличный уровень подготовки дает вам силу для выполнения дополнительного рывка. Эффективность и защита от лазерных атак. Но вот это, кстати, ну, хорошая штука. Здорово, брат. О. Серег, приветствую. Здорово. Че, как ощущение? Ты говоришь, да нормально. Я сейчас, подожди. Я только проснусь после чашки кофе и пойдет. Способность к элементальному, сопротивление элементальному урону. Залипаешь. Да так есть немножечко. Помаленечку. Я их, правда, еще не встречал. Массовый телекинез есть и стужа. Что у нас по стуже? Вот это вот что? При отсутствии ресурса нейроперчатки она начинает генерировать криогенный полимерный состав за счет АТФ. Кровеносной массы, в результате чего можете продолжить ее использовать. А, за счет жизни, короче. Да нет. Это все не то. Это нам не нужно. Наверное, я вот эту вот возьму штуку. А от лазерных атак. Тут очень их много попадается. Так, а по поводу... Мне нужно оружие. Посмотрим, что там по оружию. Опять недостаточно, недостаточно. Уже имеется. Вчера нашел какую-то вот такую штуку, но тут все недостаточно у меня, друзья. Да, посмотрим дробовичок. Кассетного модуля тонкий слой химического полимера. Ставим. Ставим, какой-то полимер будет у нас. Химический. Расход профиля уменьшает затраты кассетника. Типа боеприпасы, что ли? Вот и все. Ладно, а если боеприпасы мы с вами сделаем разбор? Достаточно ресурсов. О, ты... Давай 6 хотя бы. Так, 4 патрона для дробовика, недостаточно ресурсов их создать. Она, по-моему, 2,5 стоит, котик. Я ничего не отдавал. Я хитрый жук. Встал на мгновение, получил доступ и все. И больше я ничем не пользовался. Сохранение данных. Я сейчас, секунду. Я боюсь, я просто боюсь, я все боюсь. Сложность, Серег, сложность высокая, ребят, все, кто да, подходит, приходит. Сложность последнюю поставил какую-то, там их 3, левая, средняя, правая. Нисколько я не отдавал, она по подписке. Поэтому как-то так. Но единственное, вот... Ага, близняшек захотели, да, близняшек. А как же коллективный разум? Атомное сердце захотели. Ах, вы какие.
Ах вы какие. Так, ну ладно, ладно. А вопросы есть? У матросов есть вопросы? Друзья, там можно вопрос задать. В общем, все вот это вот. Ну и ладно. Ладно, потом проверим. Вот это самое по поводу игры. Единственное, только мне не хватает этой яркости. У меня я могу монитор, хотя он у меня и так на максимум выкручен. И в настройках здесь как, какие-то функции выкручены по яркости. Я ничего не вижу. Ну смотрите, тут вообще не поменяется. Ну, я увидел, а вы увидели разницу? А, смотри, работает что ли? Серьезно? Заработало. Сохранение данных. Все, все. Вопрос это самое. Да нет, типа стримеру вопрос. Да Серег, да ты это самое с олд канала, те какие вопросы. Сейчас я минутку. Ну, может, по игре там еще что-то какие-нибудь такие вот вопросики там задать. Шутеечные. Сейчас я. Там, по поводу чего? Там, типа, может, кто-то в курсе уже, я вчера говорил, там новые функции завезли на ютубчике. Задавать вопросы, и можно в раздел «Вопросы» выйти и посмотреть, какие вопросы задали. Также есть функция, опять же, может быть, я такой, это самый непродвинутый. Я узнал только вчера, что можно, короче, во время просмотра стрима на телефоне сенсором раздвигать... экран и увеличивать, допустим, те или иные моменты. Типа, либо мою физиономию, либо чат, там, к примеру. Либо еще что-то, что просмотреть. Можно увеличивать. Прямо в прямом эфире. С двух телефонов проверил, работает. Обалденная функция. Ладно, поехали. Поехали. Опа, эргономика оружия. Калаш. Грамотно пользуйтесь энергетическими огнестрельными и оружием ближнего, чтобы эффективно распределять ваши ресурсы. Грамотно, да? Я с компа. Виторыч, приветствую, приветствую, хорошего дня. Я понял, я понял. Нет, ну если кто с телефона, я имею в виду, котик. Там даже на записи можно это дело смотреть. Дело привычки, да, Виторыч? Что ж тут так все опасно-то? Там сундуки какие-то есть. Так, а как нам туда попасть-то? Сразу прям к сундукам. Через верха? Подожди, друзья, надо осмотреться. Я, наверное, притопал снизу. Мне надо влево. Ага, идешь, да? Ты отстань.
Да он нифига, говорит, не слазит. Шайтан. Пока не набьешь, короче, да, мозоль себе на пальце. Я тоже долго привыкал, нет, серьезно. Это энергия. Пчела, пчела. Я пчеловод, а мы любим мед. На геймпаде, да, да. Не на геймпаде. В геймпасе. Я тебя неправильно понял, Серег. Да у вас сколько там, а? Давай, по одному, по одному. Это хорошо. Два фильма, говорит, что в комплекте. А, ты про диски зафиксировал. Так, смотри, мы можем туда пойти, если в этом смысл, либо можем вернуться назад и пойти по тому направлению. Если б бишки были пчелами. Да как-то привыкает, привыкает, наверное, Серег. Слушай, нет, ну я рад, что яркость заработала. Я вчера яркость не мог прикрутить. На полном серьезе. Так. А кто тут? Что тут? Подожди, стой, 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 не мельтеши. Там усач, усач. Нет, говорит, энергия. А мы не боимся. Тихо. Не надо печалиться. Вообще его не вижу. Ты хорош меня крутить-то? Гад! Да я не вижу тебя. Есть. Ох, мне бы сейчас бы какую-нибудь палку, да посильнее выручалку. Ага, я принял. Чего я сюда спускался-то? Никто не знает. Повреждения вечно противны, Xbox Pass не видно. Я, по-моему, моя понимает, куда нам.
Стой, ребят, я что-то в какую-то штуку попал. Вообще непонятно. Дверь не открывается. Может быть, отсюда? Так, она еще выше поднимается. Ну-ка. Во-во-во. И чего я залип? Фига нормально. Ты по желтым отметинам-то прыгаешь. Уж сразу на трубу. Не, так не работает. Ребятки, я что-то тут потерялся. Нет. На мгновение я потерялся, но тут же разобрался. В общем, он лазит по этим кругам. А как мне туда забраться? Мне прям любопытно стало. Ну-ка давай еще раз. Вон оно чего. А почему? Стой. То вообще непонятно, как ты прыгаешь-то. То он за эти цепляется, то он за эти цепляется. Ёлки-палки-то. На трубу. Нихао, братья. Нихао, братья. Мишань, он так не работает. Паркур. О, здесь вот вообще. О. На трубу сразу не залезет он, Миш. Он даже здесь, в принципе, не залазит. Я что-то вообще недоумение. По кругам лезть, по желтым лезть. Да как цепляться-то у тебя? Зацеп какой? Откуда идет? С трубой. Приветствую, хорошего дня, приветствую. На приставках мало играю, проходил все эксклюзивы от PlayStation на геймпаде. Вот, я залез. Типа... По желтым этим штукам он нормально, свободно залазит. Вопрос, то, что дальше он не лезет. Вот на повыше, если встать, он не залазит. Все, я понял. Просто надо было на трубу. И на трубу. О. Дальше, наверное, надо сигать у на те желтые. Со всего размаха. Интересно. Это что такое? Чертеж ПМ?
разрабы, говорят, специально, говорят, ага. А я со своей IQ-то логику там. Сейчас я, подожди. Вон, желтые штуки. Подожди-то, а во. И вот они, те самые сундучки. Супер, супер. Ну, ты заметил, игроки говорят, в новых ассасинах много собирательства. 73 точки обзора и где-то 330 сундуков. Про это все молчат. А нужны ли они все? Я вот, например, когда проходил, я не понимаю вообще, для чего они. Да там у тебя все есть. Все, что... Все для того, чтобы пройти игру. Так, у нас там еще камера, ребят. Камера. Отлично. Че они перевозят? Тут еще и трос некий есть. Аптечек нету. Нужны аптечки. Металлические детальки. Кто там? По идее, я должен зацепиться, да? И он у меня... Возможно. Ну, давай. Мне не получилось. Ну, проветришься, заходи. Не получилось, не пошло. Кто ж так прыгает-то? По идее, может быть, и не стоило оттуда. Ох ты, лампочка. Стой. Тихо-то. Вроде разобрался. Ага, замок, потом в эту в жижу и потек. Хорошо. Блин! Да это вообще! Сейчас, подожди, друзья. Сменить замок. Они, короче, еще быстрее, смотри. Чудо техники. Под вертушкой лежит замок. Ага, да, вот этот тот. Вот.
не надо, не надо, брат, да не надо. Что ж такое-то? Я взял? Еще не все забрал. Как их отключать-то? Пироги эти, блин, да. Все забрал. Минус аптечка, стоила она того. Во. Он там что-нибудь прячет? Не, там нет ничего. Ладно, потекли, друзья, потекли потихоньку. Догоните Петрова. Так а мы вчера здесь были? Мы вчера были в этой комнате, мы прыгали он, именно он с того места. Блин, короче, надо этот шарик вот сюда вот поставить. Нет. А почему ты пробегаешь? Во. Все, я понял. Понял, как работает. Вот этот замок, на удивление, не такой сложный. Петро! Я знаю, что ты здесь. Бежать некуда. У тебя 10 секунд, чтобы сдаться. Васечкин. Судя по биометрике, перед нами Петров. Петров. Ебучие пироги. Сука. Правда, Петров? Как чувствовал, что этим закончится? Волшебник, я П3, прием. Волшебник. Волшебник на связи. Ты нашел Петрова, сынок? Я нашел его труп. Тело обезглавлено. Голову размажило погрузчиком в кровавую трубу. У него в голове были коды, посредством которых я рассчитывал прекратить весь этот кошмар. Быстро, ты шарик! Не усугубляя количество уже имеющихся жертв. Простите, Дмитрий Сергеевич. Я опоздал. Теперь придется решать эту задачу другими способами. Сынок, при нем были кольца. Два кольца, похожие на золотые. Никак нет, Дмитрий Сергеевич. Только свеча. Я понял. Я бегу. П3, немедленно отправляйся в комплекс ВДНХ. У нас назревает проблема похуже Петрова. Куда его вставить? Это может быть хуже Петрова. На ВДНХ тебя встретит Михаил Штокхаузен. Он поставит тебе задачу. Поторопись, дорога каждая минута. Как понял меня, сынок? Вас понял, волшебник. Выдвигаюсь. Волшебник. Так, подожди, надо свечку, наверное, поставить. Есть. Еще вторую свечку. Так, а вторую свечу где мне брать? Выдергивать из той двери. Туда-то мы уже не вернемся, типа, да? Ну зачем? Лазер какие-то. Волшебник, это Гарри Поттер. Неблагоприятные условия внутреннего микроклимата вегетативного генератора. Генерация электроэнергии невозможна. Чтобы запитать главные ворота, энергии свеч оказалось недостаточно. Так. Установка активировала механизм подачи спецполимера в систему жизнеобеспечения «Березы». Система жизнеобеспечения имеет 4 основных направления –
Поддержание оптимальной температуры, борьба с насекомыми. Короче, 4 тумбы, 4 колбы. Да, вот я тоже так думаю. 4 тумбы, 4 колбы. А колбы у нас... Мы куда-то вставляли, по-моему... Неужто их оттуда тащить? Храс, я в термоцехе часом не кремируюсь нафиг? Нет. Внутри лабораторных стендов термоцеха происходят технологические процессы, требующие повышенных температур. Но в помещениях самого цеха температура вполне комфортна. Динамо, говорит, патроны для ПМ. Четыре тумбы, четыре. Ладно, сейчас мы разберемся. Сохранение данных. Как тебе наша березка? А ты какие? Которая в здоровенной стеклянной колбе? И что? А, ПМ. Она, как я, ждет своего героя, который растопит сковавшую ее стужу. Все, достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Сними перчатку, и мы навсегда будем вместе. Оборудование штатного ствола платиново-контактным позволило усилить... Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть. Но не обращай на нее внимания. Она бессловесна. Снизь энергопотребление при выстрелах. Как я. Твою мать, почему ты не береза? Это типа сквозные какие-то. Тебе было бы здесь одиноко. Да неужели? Так, подожди. Специальный модуль оптимизирует расход профильного полимера. Слушай, я думаю, что надо оставить волшебник. Да, волшебник это изумрудного города. Электро. Какая тут имба-пушка? Хотя, какая нафиг мне имба-пушка? Мне так бы просто бы хватало бы на все. У меня вот этих не хватает штук. ПМ типа можем создать, если надо. Расходников нету, кассетников, швед. Это дробовичок уже имеется, паштет. Звездочка. О, снежок, звездочка, коллаж, доминатор. Хер, денег нету. То есть этих ресурсов. Ну и что, и куда я должен чесать? Короче говоря, 4 тумбы, 4 колба. Понятно? Что это за фигня? Закрыто. Сейчас куда-нибудь приду. О, какие! Ля, ты посмотри. Биологи. Зоологи. Твою мать, откуда взялись такие монстры? Это трупы погибших солдат. Зараженные ростками побега. Но это не точно. Не точно, блядь? Серьезно? Это мое личное предположение. Раньше такого никогда не случалось. Охренеть. Не точно. Как это произошло? Полагаю, после устроенного Петром сбоя побеги мутировали по неизвестным причинам. Побеги, говорит, мутировали. После войны проблема с курением населения встала особенно остро. Масло в огонь подлил и товарищ Сталин, который своей трубкой задал моду на табак. Я не пойму, почему ресурсы красным подсвечиваются, X2? Типа то, что их много? Ого! Устанавливает энергию в течение некоторого времени. Опытный сорт табака. Он почти не содержит никотина и полностью лишен вредных смол. А главное, он постепенно вызывает отвращение к курению. В производстве сорт дешевый, им можно легко заменить обычный табак. И за 5-10 лет мы отучим смолить около 2/3 курильщиков в СССР. Окропить кровь, да? Чут. Опа, глаза там. Вызывай Джона Коннора. Надо вызывать. Сейчас я.
Сейчас мы всех вызовем. Иди сюда. Не идет. Сам иду. Ну, типа, с одним можно справиться, когда заряд есть. Такой раз-раз его, короче, расчехлил. Сейчас, подожди, сейчас мы. Так, перейти, так, временно, так, сделать, так, закрепить. Вот так. Все, закрепил. Что-нибудь да получится. Там еще кто-то, да? Это кого они тут, рыбок выращивали? Что-то как-то вроде биологическая какая-то штука, а все тут пусто. А, во. Биоматериалы. Это, по-моему, с другой стороны надо зайти вот отсюда. Их там. Много. Я вот смотрю, вон там он есть, видите, что-то? А мне в любом случае пробиваться через тех. А чем их вот? Чем? Вот этой штукой. Ну понимаете, их там раз, два, три, четыре. Три-четыре. Лево, право, тихо. Присели, пригнулись. Трое, да? Смогу я с троими справиться? Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Я вообще, короче, блин, так, такой я, в общем-то, этот. И... Байте. Дай круговую атаку, что-нибудь там. Блин, они почему в дверь-то не идут? Жопушники. Я же вас по одному вызывал. Топором надо было еще круговую махануть. Как-то круговая мне не кружится. Атака. Реально? Ну серьезно, что ли? Ой, бля. А? Я пошел. Ой-ой-ой-ой, там еще один. Что ж ты делаешь-то? Прям на сосисечках выжил. Фу, дайте хп восполнения, прям чтобы регенерация была, прям все регенерировало. Прямо от и до. Слышал, что
они там в проращивании вырастили? Да говорят, то ли винирина мухоловка, то ли борщевик огромный. Я так и не понял ничего. А никто не понял. Борщевик? Мелкий генетический сбой, и стало не растение, а чуть ли не хищная тварь. Они там из-за этого притащили целую цистерну ПА-400. Нет бы сразу зарубить на корню. Доиграются они там. Доиграются. Да, главное опрыскивать вовремя. Так, подожди, подожди. Где там сохранение-то аптечки, может быть, сделать, а? Что-то мне не нравится этот расклад. Вон он, ящик. Заблудился уже с этими ящиками. Не, на полном серьезе прям заблудился. Как тебе наша березка, милый? Стой. Это которая в здоровенной стеклянной колбе? И что с ней? Она, как я, ждет своего героя, который растопит сковавшую ее стужу. Все, достаточно. Хватит с меня одной свихнувшейся машины. Я знала, что ты верен только мне, милый. Регенерирует ваше здоровье. И мы навсегда будем вместе. Угу, хрен тебе, не дождешься. Что там с березой? Ничего особенного, милый. Тебе придется ее отогреть. Но не обращай на нее внимания. Береза. Она бессловесное дерево, совсем не такая, как я. Укрепляет ваше здоровье, его значение. Потому что без меня тебе было бы здесь одиноко. Да неужели? Сопротивление надо тоже брать. По-любому. Так, что там? Ой, не сюда, не сюда. Подожди, еще. Подожди, припаса. Первый, по-моему, да? А, боеприпаса. Да нет, я тут так сейчас на боеприпасах разойдусь, что мне ничего не хватит. Опасный холодильник. Холодильник, да. О! Смотри, какие-то свистюльки мне кинул. Нормалек, нормалек, сейчас пойдет. Сейчас пойдет. Вот эта вот штука, конечно. Надо замораживать, как он бьет. Вот, правой кнопкой. Правой, друзья, правой заряжает, смотри, пух. Или быстро. Правой, все. Все, я запомнил. Так, где эти пауки, червяки? Туда я еще не ходил. А вот еще центр. Блять, а я там пошел куда-то. Друзья, я с вашего позволения, я пописью. Нет, серьезно. Да нет, ну 3-4 это прям какой-то жесть. Либо я что-то не так как-то раскачиваюсь, не так делаю. Близняшек всем подавай, да сердца атомные, да? Вот так вот, без полимерчика. А как же без полимера-то вы все это возьмете-то? М? Я шучу. Сейчас я минутку.
Тихо. Чуть не упал. Так, а как мне их раскидать-то? Все тяжелее и тяжелее становится, да? Ну, типа, по 3, по 4 пака, там, стака, как они там по-другому. Ебучие пироги. Дичи тут становится еще больше. Опять пироги. Где? Да сколько же вас? Согласен. Братан куда-то тянулся. За пирогами. Так, а где тут еще ящики-то? Мне побольше бы полимера бы. Так, стой. Ага, те трое еще гуляют. Одного забайтил. Тихо. Ой. Заметил. Вспышка идет. Так, еще. Это я только сейчас комнату защищаю. Понял. Принял. А, скажите, это автор этих строк... Стенгазете у полимерной технологии. Безусловно, множество применений и свойств от программируемых систем для создания прочнейших сплавов. Но одна сфера не затронута нашими исследователями совершенно и не совершенно зря. Пищевой полимер, точнее полимеривый носитель, полимерный носитель питательных веществ представляет себе некий батончик или тюбик, если угодно, содержащий в себе интегрированные в полумерной структуре пищевые компоненты. Так, ладно, это что такое? Товарищи, довожу до вашего сведения, это наша система работа дала плоды. От кого? От Вавилов С. Вавилов. Вавилов. Так, это что у нас? Срочно засекретить все результаты по проращиванию семян в лунном грунте. Ладно. О, как-то ящик еще стырил. Науку и знамя к высоким урожаям. Через науку и знания. Так, подожди, у меня там еще пустовые. Кстати, топорище-то зачетная штука. С ним бы просто поудобнее бы драться бы, да и все. Пойду-ка я в соседнюю комнатуху. Вот так вот, да? Вот и вся соседняя комнатуха. Эй, я тут. Давай двоих хотя бы.
Это один? Вроде бы один. Подожди, а где труп-то? Труп. Вот он заиграл. Говорят, Франштедт, классная пуха, надо брать побыстрее. Так, ну и калаш топ. Принял. Но мне надо найти это все дело, соответственно. Это что такое-то? Какой-то огнеупорный. Я даже заморозить-то не успел. Мы не сдаемся. Сколько там? Ящик какой-то. Сюда не зайти. Сейчас энергия наберется. За толпой прям. В очередь, сукины дети. Если вкачать хил одной рукой, можно бить одновременно. Да. Там есть такая штука. Типа, можно юзать одной рукой. Но я пока, типа, акцент сделал на ХП и регенерацию. Только что она не особо регенерирует. Пропускной пункт. Так. Нет, стой. Погоди. Русланчик, приветствую тебя. Хорошего дня. Вопрос теперь, проверим ли мы вот эту комнату, прежде чем в зал здорово зайдем. Зал здорово, мы с вами сейчас пока, я так понимаю, не попадем. А как в эту комнату тогда попасть? Вот смотрите, вот эта вот комната. И какой там попугай-то. Нельзя. А отсюда? Улыбочку. Тоже никак. А здесь, соответственно, тоже нет никаких проходов. Там очень много сундуков. И причем там этот не враждебный. Однако эта штука враждебная. То ли снизу, то ли вот эти двери. Пока непонятно, как туда попасть. Жихов взбесилась, час от часу не легче. Обычно это безобидный геолого-геодезический робот. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Ничем и бить-то, блин. Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть.
А чем ее лупить-то? Ну дайте хоть калаш-то, но... Капсула с нейро... Восстанавливает здоровье и рывок. Выберите желаемое действие. Ну мы все умрем. Так, вот я смотри, хотел что качнуть этот котик. Тут получается, вот эти вот вещи. Во-первых, хотел вкачать сначала одну на рюкзак десантника. Да, чтобы вместительно более был. Здесь у нас уметь побеждать марафон, скорость бега увеличена. Вот эти сопротивления ментальному физическому урону. А, не надо ее лупить, матом ее обложи. Ежик будет дальше. Сейчас с ним не придется драться. Ох. А то ж я без калаша. Так. Более, вот, более эффективно регенерирует здоровье. Но это, видимо, при аптечке, что ли. При употреблении. А вот типа одной рукой я до нее иду. Тут получается последовательная модернизация костюма укрепляет ваше здоровье, повышая его значение. Это 110, потом 87, и вот здесь вот все, это прям по фулу. Тут сопротивление элементальному урону. Так, а что у нас есть по поводу стужи? Вообще стужи, что у нас качнуть можно? Получает дополнительный урон при выходе из состояния заморозки. В случае уничтожения замороженного противника количество полученных в результате убийств трофеев увеличивается. Я получил бы вот это вот. Модификация ускоряющая. Повышение производительности увеличит продолжительность регенерации. Так, ладно, давай возьмем. Заморозку. Пойду, наверное, заморозку. Потом уже посмотрим, что там. Вообще надо на персонажа копить. Именно вот на эти вот вещи. Результат убийства больше трофеев. Но это, кстати, хорошо. Это типа трофеи, если взять, условно. Трофеи здесь взять вместительно какой-нибудь рюкзак. Причем не важно, что в ту сторону, что в ту. Так, а еще по поводу оружия. Как там написали сейчас? Паштет, да, хороший? Какой-то мечишка. Ну, требуется рецепт. Ну, соответственно, калаш и доминатор рецепт. Снежок. Я бы снежка бы взял. Снежок как-то поуверенней. Звездочка тут. Пока довольствуемся с топором. Ладно, ладно, не буду я тут долго лазить. Все равно ничего не сделаю. А если сделаю, то потрачу остальные ресурсы. Добудьте колбу с полимером из альгоцеха. То бишь, ежиха убежала? Куда там упал-то? И ты какой, а? Ничего не видно. Какой-то пистолетик, вот это вообще не внушает доверия. Ну, вроде стреляет, вроде да. Все хорошо у него. Ой. Друзья. Какой счет, говорит? Какой, блин, счет-то? И где она может быть? Такой. Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищем.
Альга-Цех 2. Представляете, грузовички эти. Зилки газон какая-нибудь там. Там столько сундуков. Ты чё это? Пришел Миха, блин. Они быстрые. Какой я умный, да? Все уже заметили это. Определенно. Сейчас подгоню, я тебя удержу. Я не понимаю, как их можно быстро... Вот. Приморозить. У них уязвимость, кстати, написано же к холоду. К электричеству, к холоду. Устойчивость к пистолетикам. И где она может быть? Это колба. Установка выдачи люминесцентного полимера размещена на одной из этих платформ. Поищем. Получилось. Священник. О, труп. Болтливый труп, говорит. Живой наш. Еще один. Здесь был кто-то до меня. Видите, он тело лежит неподалеку. Это Алексей Иванович, техник. Мы с ним как нас убили. Довольно неплохо болтали. Только он минут 20 как батух. Пару каких-то реплик бросил, а там уж не разбить их полагаю. Пока нас не убили, мы классно, говорит, болтали. Что значит, говорит, потух? Что значит «потух»? Лысяк закончился. Не знаю, как сказать. Я думаю, это из-за вакцинации такое. Ну, что покойники болтают. Остаточная активность мозга. Иначе как объяснить? Короче, типа мозг активный, но мы как бы это... Тело уже мертвое. И пока мозг активный, они могут типа болтать. А кто-то еще был? Поглянить, тот мог погибший. Не все разговаривают, но он Виктор Степанович, пациент. Сутки как упокоился. Товарищ он умер. Сутки как упокоился, говорит Виктор Иванович. Жалко, молодой. Все потухли. Все потухли. Жалко, молодой. И вас это не удивляет? Как это не удивляет? Удивляет. Но это очень занятно. Вы вот, кстати, если выживете, не забудьте об этом сообщить. Хоть что-то полезное из этого ужаса. Наука-то должна вынести, а? Ну да, чтобы и не вынести. Правдами и неправдами, верно? Ну уж, не любой ценой, если вы намекаете на мою излишнюю увлеченность. Ну, если уж возможность представится. Ага, счастливо. Ага, счастливо. Счастливо, говорит. О, есть. Товарищ майор, такие колбы используются в приводе полимерного наполнителя. Может пригодиться. Да потому и взял. Слишком уж специфично выглядит. Так, колбу. Ну я вижу, да, тут есть такие моменты. Забраться вон туда, он по этой. Собеседник. Еще один. Отлично. Живой даже. Еще один? Здесь был кто-то до меня. И вон туда он. Тело лежит неподалеку. Это Алексей Иванович, техник. Мы с ним как нас убили. А где неподалеку это Алексей Иванович? Он минут 20 как потух. Пару каких-то реплик бросил, а... Минут 20 как потух. Бить их было как... Так, некогда болтать. Давайте потом как-нибудь.
Это вроде не враждебный. Тут есть еще один. Так, а как мне определить клуб? А, вот. Ты чё, я потратил колбу? Тридцать пять? Отлично. Я тогда почесал. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантский миксер, осуществляющий перемешивание исходного полимера в резервуарах, насыщает вещество анаэробными бактериями. Этот процесс происходит с заданной скоростью. Если скорость возрастет, процесс ускорится? Где пульт управления? Его нет. В нормальных условиях скорость процесса не варьируется. Но удар шока способен подать на их электромоторы повышенное напряжение. Осталось найти эти электромоторы. Блин, пока дрался, все прослушал. Так, электромоторы, я вижу, какой-то полимер должен запустить процесс. Хорошо, а куда этот отвалился? Подожди, второй. А вот он. А кто это? Это у меня топор в руках, что ли? Ага, немножко глюкануло, я понял. Так, проверка, проверка. Наличие сундуков, что-нибудь. Смотри, опять пропал топор. Рафик, устойчивость и уязвимость к холоду. Рафик, ты со мной не дерись. Я ж типа... Нормально. Дружелюбный. Опять топор пропал. Так, потекли. Рыба! Ловкость рук и уважение. Что-то рыба! Чертеж по-любому какой-то был. Нет. Сохранение данных. Ага, вот. Вы знали, что здесь имеется технический фуникулер? Ну, я как бы подумал. Фуникулер. Здесь имеется способ как-то обслуживать подвешенное под потолком оборудование. Я поехал, да? Нормально? Так, увеличьте нагрузку на мотора для ускорения полимерного синтеза. Надо быть осторожнее. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист. Работа такая. Подожди. Есть. Видимо, топор. Ты открыл новую сверхспособность. Как красиво бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. Ага. Но они, кстати, вот вчера, говорю, котик играл, не мог яркость прибавить. Они уже поправили. Смотрю, уже яркость можно прибавить. Молодцы. Но с топором это, да, какой-то типа косяк. При сканировании потом топор исчезал. Причем сейчас вроде работает. Это кто-то, вы чего? Ты... Офигели, что ли?
Дерутся, друзья. Кусаются пчелки. Но пчелок уважает. К ним не пристает. Кто там? Кто? Вот она. Почему эта фуникулерная хрень не может двигаться быстрее? Никто не предполагал подобного. Это был риторист. Я что-то вообще не понимаю. Меня там все щемят, что-то бьют. Ага. Это был риторист. Меня пчел атаковали. Где пчела? Не-не, меня интересует это. Не понял, а что с нее падает? Есть кого-нибудь? Угу. Держи, Миха, шире карман. Я понял. Так, лады. Где мой? Вон он. Площадка. Смотри-ка, прыгаем, shift, как нам написали. Все работает, верно. Так, что тут надо запустить? Ух ты, ё! Да ладно вам! Надо, блин. Блять, я не могу. Да что ты? А? Как они вот появились эти? Я там давно сохранился. Топоры фигня, надо фраг. Да нету рецепта нету. Надо было аптечку жрать. Кулерная хрень не может двигаться быстрее. Где ты? Никто не предполагал подобного. Это был риторический вопрос. Ну дробаш, брат. Есть. Есть. Еще вертолетик, вон он. Куркуль.
Так, сейчас эти господа вылезут. Усачи. Готовность. Готовность. Готовность есть. А мне дверь не откроется, да? Так, стоп. Подожди. Ничего не понятно, но очень интересно. Где-то еще вертолетик. Еще? Все? Фу. Пока тут надумаешь, что куда там бежать. О, заряд. Осталось один день. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для большего комфорта. Они то ли у них резист, вот эти штучки. Дробаш. Есть. Это самый опасный. Дополнение. Осталось 10 секунд. Это лучше. Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчелки. Романтика. Пчелки, да, вообще огонь. Да стой-то! Да подожди ты с этой колбой! Ой. А где колба? Колба. Все, сейчас заберу. Подожди, брат. Не хулигань. Мне надо что-то по расходникам. Расходники нужны. Срочно. Патрики. Ну, есть. Вот. Кассетники нет. Вот патрики. Да это вообще, ну... Только патронов хоть дайте. Майор. Оружие или способности. Сейчас посмотрим, что-нибудь набрали. Не, ну за неимением типа ничего. Конечно, топор тоже имеет место быть. У меня 42 штуки. Стужа и персонаж. Значит, мне надо 75 и... Чего, амбал 110 требуется? Фига себе. Ладно, копим. Копим на что сможем.
А кто на меня поехал-то? Самолетики, что ли, опять? С лазером-то посмотри. Реса нужна. Где-то жужжит, ну, короче. Проветришься, заходи. О. Пока враги, говорят, легкие. Вот когда начнется, будет попу боль. Верю. Я, честно говоря, немножко путаюсь в этой системе. Ну, правильно, игра-то. В своем таком своеобразии. Это может быть как киберпанк. Знаешь, я начну играть, пока буду теряться первое время. А потом ты привыкнешь. Вот она. Падай. Камера? Серьезно? Ну, она, по-моему, как бы не агрессирует, не работает. Просто есть она и есть. Вот это вот что за система? Типа опасно. Калаш мне нужен, друзья. Калаш, ну там еще одну комнату пропустил. Не знаю, вернусь я там. Тебе есть что сказать по делу? Радио, я в чем-то виноват перед вами? Спасибо за поддержку. Почему? Спасибо вам большое. Извини. Твоей вины нет, я. На себя злюсь. Из-за чего? Не вы убили Петрова. Я убила его же оружие, агрессивно настроенный робот. Неважно, я должен был взять его живым, а не взял. Более того, Сеченов мне жизнь спас. Он мне в метро... Куда я поехал? Сколько себя помню. А я его подбил. А сколько вы себя помните, товарищ? У меня кресло хейтит. Ну, года два, может, чуть больше. После крайнего ранения я вообще мало что помню. Но я и до ранения его знал. Он мне вместо отца. Я в этом абсолютно уверен. Не спорим. Но нельзя же злиться на себя за то, в чем нет твоей вины. Конечно, есть. Я подвел Дмитрия Сергеевича в трудную минуту, когда он на меня рассчитывал. Теперь мне хреново от того, что он мною недоволен. Ну, как раз за это можно было бы не переживать. Это обычная ситуация. В смысле? Прямом. Академик Сеченов вечно всем недоволен. Ему не угодишь, как ни старайся. Его перфекционизм общеизвестен. Окружающие его разочаровывают. Да ну, это полная херня. Нейропулимерные перчатки не умеют обманывать, не так ли? Ну, да. А это полная фигня, говорит. Первый блок только поставил. Еще три штуки. Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Засияло деревце. Да, ресурс-то сжег. Ладно, идем дальше. Но ежиху я уже хотя бы увидел. По крайней мере, Басецкий впереди. Фига тут. Станки. Любопытно.
Еще какая-то штукенция, динамо. год. Я бесконечно уважаю чешскую мебельную фабрику, но у меня есть отличная идея. Давайте на мощностях Вавилов, да, сделаем свою локальную. У нас много заключенных набирается в последнее время. Все они компетентны. Плюс проращивание постоянно утилизируются разные... Понятно. Типа отхода. В Амазоне намечается кризис. Из-за промышленного разгильдяйства капиталистов площади лесов умирает со страшной скоростью. Товарищ Вавилов поручил мне собрать комиссию для... Понял, принял, идем. А назад-то я выберусь? Да, слушай. Это иногда такие-то моменты пропускаешь, что можно, в принципе, забраться. Груша 1.9. Так. Понимаешь, что нам вниз по лестнице? Что с замком? Я не могу этот замок, он на скорость. Мне прям это... Да-да. А, я понял. Прошел, вышел, замок открыл изнутри. Пока враги... Так, это я читал, да. Легкие, вот когда начнется будет. А мы сейчас, подожди, мы сейчас переэта. Короче, надо вызывать Джона Коннора. Вот, вот весь ответ, когда будут враги у нас серьезные. Вызываем Джона Коннора. Сейчас, нет, ребят, на самом деле я минуточку хотел. Блин, я что-то прям это опять куда-то уехал, непонятное направление. Да, Вулонг уже типа стримит, так что будем сегодня также Вулонг. Приходите, кому интересно, пострадаем, посмотрим, что за игра. Слэшер, я знаю, династия там какая-то. Как она будет выглядеть в моем исполнении, я не знаю, потому что слэшера я слабо играл. Так, мы еще, да, не заканчиваем. Я сейчас минуточку, небольшую паузу и продолжим. И продолжим. То что-то, друзья, там какие-то калаши, там туда-сюда калаши. Да и мне еще до калашей, как я не знаю. Далековато. Поехали. Смотри-ка, уже вражина стоит, за дверью нас ждет. Не носи бутылей без пробок.
Нормальный призыв. Мы первые. И мы будем первые. Критическая температура. Охладите. Похоже, еще немного, и капли взорвутся. Что надо делать? У меня нет такой информации. Я здесь впервые. Будем думать. Ну, есть типа полимерная перчатка. Но ее не хватает. А, вот про эти повреждения Серега писал. Говорит, на Xbox не видно, типа. Видимо. Это нагружает, может быть, в каком-то роде видеокарту, лишние спецэффекты. Систему. Может, из-за оптимизации? Опа. Но в натуре ебанули. А что надо было сделать? Я Ешку нажимала, она, короче, не работала. А, надо жать Е. Я понял. Шарманка играет. Окей. Окей, сейчас мы тут посмотрим, что надо сделать. Так, какие тут моменты? Тут вон что-то есть. Это криогенные элементы. Узнаю. Совершенно верно. Это Фаренгейт, свеча с криополимером внутри. Предназначена для обвального снижения температуры и выравнивания давления. Так, вот впускной раструб. Так, вход в трубу. Это мне что теперь? Эту фигню до бойлера вручную тащи? Фига себе. А прикольно придумано. Погнал, погнал. Так, стой. Осталось еще баг. Да неужели? Осталось еще два. Так, а где еще? И типа они появляются с каждым разом. Баскова еще запилили. Хорошо, что этот раструб находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с берегом. Так, вот это тут сломано, хорошо. Нам надо вот сюда. Это назад. Так, зафиксировал. Подожди. Давай сюда. Сюда. Так, стоп. Вот сюда. Бойлер раскаленный. Руками. Да, второй готов. Да это ж обалдеть. Еще, да, вылезет? Жук.
Нет, тишина. Поехали дальше. Да кто это вообще придумал? Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс Вавилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. К сожалению, есть только ненормальная. Поехали, поехали. Так, сейчас вниз. У нас последний. Не-не-не-не. Вот сюда. Ага, тупик. Надо было сюда завернуть. О, блин, придумали, да? Ну, и? Температурный режим термальной цели стабилизирован. Опа! Счастье-то какое! Ой, я в трубу залез. Да елки-палки. Слушай, отвали ты нафиг от меня. Просто минус две аптечки. Забери колбу. Крат, есть сундук. Это что за мужик поет? Не слышал такого ни разу. Сложно сказать. Это трансляция радио будущего из Академии последствий. Они... Из Академии последствий, говорит. Так, ДОТС лаборатории Иванов. Вчера я в рамках утилизации ограниченных отходов выбросил в секции разведения побегов несколько целых туш свиней, погибших во время опытов. Сегодня мы опять просматривали записи, чтобы понять, куда пропадают вовчики. Я обнаружил, что свиньи перемещались в территории вовчики, говорит. Вавилов зарубил мой проект. Мол, безрассудно форма превалирует над содержанием, сказал он. Когда крутит все подряд, что в радиоволну будущего отыщется. Так, а где забрать-то? 20 метров. Это мне надо отсюда тогда выходить? Или там есть какой-то выход? Нет, тут у нас... Че, говорит, за мужик поэт? Гражданин, забудь про беспредел, вкали наш полимер. Беспредел, полимер. Так, ну пойдем, ладно, искать. Товарищ майор, вы уже обнаружили доктора Филатову? Это ту, которая помогла предателю Петрову убить сотни людей? Не, жива она еще, ползает где-то здесь. А еще Лариса где-то. Ваше внимание, она, по-моему, есть Филатова. Доктор Филатова не должна пострадать. В случае возникновения угрозы ее жизни вы должны обеспечить ей защиту. Что? Спасать твари, за которой тут кровище по колено? Какого хрена? Предатель Петров использовал Филатову в темную. Она не догадывалась о его истинных намерениях. Я имею в виду степень кровожадности этого маньяка-убийцы. Степень ее вины должен установить суд. Горячий цех или так называемый хитарь. Погоди. Одно из наиболее сложных и опасных в обслуживании. Да елки-палки, у меня... Подожди, аптечек-то нету. Стой, а сюда смысл падать? Нет, 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 нет. Нам все же туда надо. Высоких температур. Давай-ка проверим. Для чего предназначен термоцех? Тут производит жаростойкие полимеры. Но основное направление проводящихся тут исследований – выведение жаростойкой флоры. Круто. Полимеры здесь обогащаются эфирными маслами помидора и церерусом, кактусом.
Благодаря этому здесь выводят группы растений, адаптированных к высоким температурам. Хотят пустыню озеленить? Почти. Они планируют озеленить Марс. Так, а я не залезу. Так, ну понятно, понятно, давай. Куда-то я залез. Играет шарманка. Режима колбы наполняются автоматически. Это что? Запись? Что вот значит жарко? Жарко ему. К нам на Урал приезжай. До Соливара поработай хоть на полставочки, ядри твою качать. Вот не правда. Человек. Вот там где холодно. Ручками своими сидит, жалуется. Ты мне это дело, Кирюх, брось. Ты мне это дело. Так, восстанавливает энергию в течение некоторого времени. Вот эту вот штуку надо оставить. Жара, ни трудностей не боимся ни хрена. Нам хоть в печь, хоть в вулкан прыгай, понял? Так что давай, брат, не ной. Коллектив обновят, всяко легче будет. А кто ноет, тот говна не стоит. А кто ноет, тот говна не стоит. Но по идее, а кто спорит? Ну хоть здесь все просто. Пора возвращаться, пока и тут какая-нибудь хрень не началась. Стой, а мы можем вот туда вам попасть? Там ведь есть какие-то вещи. Да, но тут надо залазить по ходу дела. Ну, попробуем. О! Чертеж открыт, электрическая кассета. Блин, мне бы что-нибудь не кассета, а что-нибудь. Переничаев. Доступ разрешен. Сейчас посмотрим, сколько мы набрали на персонажа. Да, можем получить. Последовательная модернизация костюма укрепляет ваше здоровье, повышает его максимально. А стужа. Получение убийств трофея увеличивается. Это классно. Вот, типа, еще бы сундук бы нам открыть. И хп. А вообще тут вот эти резисты надо брать. Элементальному урону. Ладно, давай сначала хп разгоним. А, чуть-чуть не хватает. Прям буквально 9 этих писюлечек. Нейрополимеров. Хорошо, давай тогда костюм откроем. Следующий 78. Элементальному урону. Насколько, я правда не знаю, у нас повысится, но лишним точно не будет. Так, стой. Еще по арсеналу. Расходники, боеприпасы. Это у нас большие аптечки. Устанавливают 50 и 100 здоровья. Требуется 4. 4-4, одна такая бутылка. 3. Ну давай 3 сделаем. Майор, оружие или... Ой, стой, не туда опять, блин. Авторизация. Боеприпасы. Вот, аптечки. Вот такие вот давай. Все, есть. Чего? Где? Авторизация. Майор Петриничев.
три штуки. Так, подожди, я же вроде сделал, да? А, сначала будут кушаться большие, а не в одном слоте, а потом маленькие. Получается так. Если я правильно понимаю. Так, ну и ладно, а куда теперь-то нам? 80 метров. Погоди, а если я отсюда зайду? Храс, что известно о девчонке Петрова? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Дмитрий Сергеевич не просто так доверил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это еще кто? Профессор медицины. Прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы. Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатову спросил. Лариса Филатова. Ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатично. Михалыч, я на обед. Михалыч. Захватить? О. Не надо мне ничего захватывать. Я в свое время до Берлина дошел и его захватывал. И до столовой дойду. Да не гундите вы, я же вам помочь хотел. А то опять всю пюрешку разберут, вы ворчать будете. Живых экипажей. Иди уже, я догоню, сказал. Так, стоп. Еще и перегоню. Как скажете. Можно ли проверить, как нам вот эти сундуки взять? Ну нет у меня ноги, что ж я и не человек уже. Сам дойду. Без всяких этих ваших послаблений. Не жалости мне надо, а уважения. Ну ничего. Скоро я вас всех обгонять буду. Так, ну смотри, друзья, тут есть сундук. И понятно, как за него. А, нет, понятно, понятно. Тут надо вот на эти вот залезть. Фиговины и прыгнуть. Вопрос, как на них залезть? Давай подумаем. Или... по потолку. А сюда. Вот еще два кейса. Ну я не вижу подъемов. Хотелось бы забрать. Ну вот рельсы. Видите? Блин, а как на них? Кейсы кейсами. Да, рановато, я понял. Вот-вот-вот, вот эти вот. Может как-то опустить их? Так. Но то, что залазить сверху, это определенно там, понятно. Как вот в эту вот трубу прыгнуть? Блин. Понятно, что как-то с прыжка, с разгона. Опа, чуть-чуть. Прям вот не хватает чуточку. Может быть отсюда? Отлично. Thank you.
Патроны для дробовика, химия, патроны. Это хорошо, хорошо. Это мы забрали. Туда мы сейчас вернемся. Я сейчас еще загадку, типа, как забраться вот сюда. Тут же ведь нету ничего такого. Давай попробуем вот с этих вот уступов. Допрыгнет он? Нет. Еще выше. Да подожди ты. Не понял я юмора, дядь. Что-то ты только допрыгнул, и опять уже не получается. Вот. Вот. Теперь надо вот как-то вот до той штуки долететь. Ведь он должен. Потому что тут по-другому-то и никак не уходит. Маханул. И отсюда не залезть. Уж по дереву. Ну, типа есть веточка. Нет. Блин, ну как есть предположение, друзья? Есть хоть что-нибудь-то? Стой. Может быть, получится вообще с этого прыгнуть? Нет. Нет, это бред. Ладно, последний раз сверху пробую. Не получится, не получится. Это я не знаю просто. Как-то все это сомнительно тогда. Ну туда я точно не допрыгну. Может, тут с этой штуки тоже нет. Внимание! Всем сотрудникам, получившим повестки с ходом СИН-21 и СИН-22, надлежит пройти регулярное... Не, не получится. Ладно, все, пошел. Не знаю я, честно скажу. Не приходит ничего на ум. Если якобы с этой... Там еще, понимаете, там вот еще штука какая-то. Ну ладно, это понятно. Вот это вот не ясно. Тут типа провода какие-то. По проводам. Да, ладно. Обидно будет, если там какой-то будет рецептик. Так, надо бы сохраниться бы. Где тут комнаты? Нет. Вон, идут, идут. Сохранение данных. Еще сейчас засветится. Бомба термостойкого полимера подсоединена. Вот, совсем другое дело. Расцвела наша красавица. Начался процесс фотосинтеза. Состояние дерева быстро улучшается. Фотосин. Сотрудников распределительного центра. Открыт доступ к цехам правого крыла. Идем. О. Ну мы как бы полегче что-то, да? Ага. Прям сама легкотня. Так, не забывайте регулярно. Вот она.
ремшкафу, паштет. Паштет у нас, друзья, есть. Все желаемые действия. Обнаружим паштет, но не хватает нам этих штук. Тут типа леса, паштет. А как его вообще посмотреть параметры-то? Типа боеприпасы, дальность, урон заряда, скорость заряда. Да тут урон у него, считай, на 5 единиц урона, если посмотреть на топор. Переключился на навыки. Я не посмотрел на топор, переключился на навыки. Все как было запланировано. Мы сейчас посмотрим вот так вот. Вот упора урон-то 3 единицы. Хотя он у меня... По сути-то вроде как раскачанный. При нанесении удара может упасть от атак. Мощный удар сверху вниз, требующий временную подготовку. Как-то я вчера смотрел, типа, можно разломать. Или уже нельзя. Паштетик. А, паштетик. Как мне со шведа снять? Швед? Это типа можно только улучшить. Вчера что-то какое-то... Подожди, модификация. А, круговая, можно еще и другой поставить. Мощный рубящий удар. Снимаю улучшение, вы получаете назад ресурса. Вот. Типа, а как снять-то? Просто снять можно? Нет, только заменить. Короче, если я меняю, то я понял. Получаю назад ресурс. Ладно. Тогда придется... Во! Во! Вот это дробовичечек. Практически максимальный урон. Хорошо. Стой. Это еще что за дрянь? Это росток побега. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Крот, игля. А, он за стекло. Ты, блин. С этим, говорит, побегом что-то не так. Курица-убийца? Просто прелестно. А это вообще, блин, корова-водолаз, курица-убийца. Что происходит? Лучше не привлекать внимание. Мы его уже привлекли. Они не видят, но можно отодвинуть створку и подраться. Вообще залезть можно в трубу. По-хорошему. Личная просьба, кому? Отчеты день добрый, печать особо никак... А, печатать особо некогда, запишу щебет... Чего? Щебетарем, хорошо. Прикрепленный файл, поврежденный. Поздравляю с назначением, товарищ Золотухин. Пост заместителя начальника комплекса Вавилов – это большая ответственность.
В наше время основной задачей является обеспечение советского народа продовольственным сырьем, что требует особого внимания. Но уже в ближайшем будущем первые значимые шаги человека в космос начнутся отсюда. Отправитель Ниелова учета срочно на лечение в больницу. Товарищ Золотухин, коллега, голубчик, мы с вами толком познакомиться еще не успели, но уверяю вас, стоит вам посетить наш театр под моим новым руководством, как имя режиссера Ласточкина запомнится вам навсегда. У меня к вам небольшая просьба. Можно ли нам каких-нибудь интересных цветочков ваших прислать? А то зелени маловато и хотелось бы экзотики, если вы понимаете, о чем я. Прошел слушок, что у вас там чуть ли не какие-то ползучие кустики появились. Так я бы взял десяток, чтобы высокопоставленных гостей удивить. Да, они еще и веселят, бегают. Причитается. Всегда ваш Степан Ласточкин. Ласточкин. Веселые кустики. О, спасатель, наконец-то. Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы сильно торопились. Есть выжившие. Еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам, уже куча времени прошло, а ни тревоги, ни армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу напали. Они сначала разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда роботы-лаборанты вошли в кабинет... Атаковали курицами? ...за спинами у сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать начали, а как они медленно разбредались и шли к людям. Словно на физкультуре, когда говорят разбиться на пары. Ну, как на физкультуре, когда говорят разбиться на пары. Да, жестко. Давно вы погибли? Не помню, но я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли. Доступа не было. Началась стрельба. Шланги полезли отовсюду. Большинство убили в первые секунды. Очень быстро. Они либо пробивали головы, либо ломали шеи. Словно бутылки газировки открывали. Мы бросились бежать, когда лаборант Афанасьева схватил. Солдаты рядом были. Хотели остановить. А тот только удивиться успел. Я в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже мертвый. Мне жаль. Но мы с этими уродами разберемся. Да не машины же виноваты, а люди. Либо случайно, либо специально. Ну да, люди тут специально это сделали. Такого коллективный разум тот. Помяните мои слова. Чтоб такое устроить, не один месяц работать надо. Хорошо. Как все кончится, за вами придут. Да мне уж все равно. Вы лучше постарайтесь, чтобы зараза или что уж там с роботами стало. Дальше по предприятию не пошло. Друзья, ну, подеремся? Ну, как вы думаете? Стой, а тут тоже стекло, что ли? Хотел сказать, давай подеремся. Ну я понял, да, там дырку надо. Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследования самый широкий. От примитивных клеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Смотри, это лепит одуванчики, матка. Матку-то вроде убили. Вопрос, там еще камера есть. Сейчас могут пчелу прилететь. Классное стекло этих
пупырышки напоминает, которые хлопаешь. Биоматериала. Не, ну вот это зачетно просто, реально. Интересные тут у вас аквариумные рыбки. Рыбки, говорит. Так придумать. Там, смотри, там трое стоят. Там курица, короче, жрет. Глаза. Мне нужны его глаза. А там... Ты пчела я. Лети, лети, лети ко мне, лети. Нифига она не полетит, блин. Так, сейчас я, ребят, минутку. Нифига она не полетит, эта штука летающая. Ух. Лаборанты. Попробуем, конечно, подраться, повозиться с ними. Самое главное успеть вовремя заморозить, чтобы пошло все дело в лучшую сторону. Бабзина. Что-то нас я вообще не вижу. Да. А, вон, вижу, вижу. Сейчас, ребятки, минуточку, с вашего позволения. С двумя-то еще как-то нормально справляться. Блин, вот с тремя это вообще тяжело. Но топор, я понимаю, что это хурма полная. У дробовика нормальный урон. Хотя, типа, пуля проникающая от калаша, естественно, наверное, будет попрофитней. Все-таки дробовик тоже хоть и пулевыми бьет. Но я не знаю, как тут все это сделано, опять же. Вот. Но, типа, надо что-то менять. Я хотел бы вот эту звезду получить, как на скрине. Прям зачетно выглядит. Такая булава. Сейчас, минуточку, ребят. Как бы, а, сохранение было. Мы когда в комнату упали, было сохранение. А, поехали. Пиздец развели, блядь. Еще? Где, где, где еще?
я не пойму, это осторожно выход аэромашин. Типа мы замыкаем, они перестают идти. Детальки. Коровы. Серьезно, что с коровами будут драться? Валентин? Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Чего-чего? Покрутил. Должно заработать. Так. Ну да. Что делать-то? Как это прекрасно. Опил. Да. Продолжаю записывать свои мысли. День 783. На чем мы там остановили вчера? Ах да. Поначалу у меня было крайне... Что делать-то? Привыкнуть и не реагировать на этот... Да, послушай. Но потом я даже увидел в этом своего рода искусство. Цикл жизни. Зачем вообще было такое придумывать? Наше руководство считает, что пропаганда для персонала увеличивает работоспособность. То есть вы в глазах такие же тупые свиньи, как эти животные. Вы не просто убиваете их, нет? Вентиль установлен. Вы налаживаете жизненный цикл этих животных. Знаешь, может, мы свиньи? Но даже если так, кто дал нам право издеваться над другим свиньей? Да, Морзик? Не понимаю немного, что с этим делать. Очень жаль, правда. Тоже правда, да. А! Ты умер смертью героя. Стой. Кажись, я понял. Тебе просто обещаю. Иногда мне кажется, что их конвульсии под классическую музыку превращаются в эдакий танец смерти. Курицы какие? Рождается же ведь каждый раз разная судья, а умирает одна и та же. Надеюсь, я ничего не перепутал. Надо, видимо, чтоб в Праусе вентили были. Чертовщина. Пожалуй, нужно попроситься в другой отдел. Влево? Хотя бы на время. Вправо. Нет, не царапай! Не эту запись! Так, включаюсь. Еще две свиньи. Курица и корова. Нет, это понял. Это вправо. Так, вот это тоже вправо. Вправо, вправо. Так, коровку вот это тоже вправо. Вот они, свиньи. Две свиньи вправо. Раз. Два. Твою мать! Я что, их всех убил? Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей полимера. И куда оно все утекло? Бальго-цех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Ты кто? Уязвимость, а... Вот это громада. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Обалдеть. Вводится растение для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления. А вот это что это? А, это матки типа, что ли? Куда-то я перепрыгнул. Подожди.
Их, походу, надо уничтожать. Рассыпался. Так. Это кто у нас? Ты живой, что ли? Напоминаю, храните производственную тайну и не обсуждайте работу дома. Помните, для чего... Рав, птицы какие-то. Распространение информации, также предусмотрены меры... Черт, одни трупы. На стене имеется лазерная реактивация питания. Разберемся, не привыкать. Реле питания. Так, понял, кнопка. Активируем. Надо, наверное, вот эти вот поменять. О. Заряд пошел. Заработало. Как наполнить колбу? Колба наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Как-то слишком просто. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Летающий, что ли? Да подожди ты. Ступ разрешен. Доступ разрешен. Мне бы стужу. А, вот. В случае уничтожения замороженного противника, полученных в результате убийства трофеев, увеличивается. Вот. Берем. Через стужу как-то попробуем гонять, играть. Дальше здесь, да, качаем. Дальше что у нас? Перчатка, модификация, ускоряющая регенерацию. Да, полимерность, ну, типа энергия. Повышение производительности, продолжительность регенерации струи реагена. Ну ладно, это все я понял. О, стоп. Доступ разрешен. А я еще не увеличил. Подожди. Персонаж стужа. Что-то там установить надо было. Или установлено? Стой, ребят. Вроде установлено. Да, вроде установлено, а то я же испугался. Ну вот, она наполняется, все нормально. Вот и хозяин. А вот и хозяин, говорит, а где он? Сука, да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании цехи оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и врезаться во вращающиеся лопасти. Так бы сразу и сказал, блин. Черт, вентилятор вырубило. Попробуйте перезапустить его шоком. Бля. Кого запустить? А, вентилятор. Понял. Это ж мне надо добраться до них.
Есть. Они, короче, в трупу вселяются, обалдеть. Надо дальше идти. Вижу. Так, что еще тут хватит? Так, и последний где-то еще у нас, вон. Все, что ли? Да, нелегкая эта задачка. Я еще, главное, какую-то штуку подобрал. Так, оттуда мы пришли. Ну, судя по всему, все, закончили. Зачистили, запустили заново, все нормально. А, пестицидный цех, понял. Опять муравьи залетали. Да быть такого не может. Дождались наконец. Фига себе! Да стой ты! Блин, фигачит не по-детски, бьют. Пол лица раз и нету. Там, походу, заполнилось. Пойдем забирать. Есть. Валим отсюда.
Ох, по-любому. Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите их везде вставлять. Это дань традиции. Ага, искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. На каждом углу, говорит. Так, еще какая-то капсула. А, ледяная кассета. Да что-то у меня с этими кассетами. Сохранение данных. Так, смогу ли я сделать себе эту пилу? Или как она там называется? Нравится, милый. Я нахожу этот комплекс депрессивным. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? 148. Конечно, милый. Везде, где есть похотливые слизняки, которых можно призабавно подвесить. Да ты больная. На всю твою электронную башку, ей-богу. Боеприпасы нет. Милые, больные на всю башку — это местные мутанты, через которых проросли побеги. Вот у кого действительно с головой не в порядке. То есть здесь тебе не нравится из-за того, что вокруг было слишком мало людей? К сожалению, их теперь везде мало. Я скучаю. Ты моя отдушина, милый. Входи в меня чаще. Просто вы. Сохранение данных. Входи мне, говорит, чаще. Твою ж налево. Да, смотрите, металл уже и этот через заморозку убиваешь, не X2 дает, а X4. Смотри под ноги. Я понял, но только я все большие аптечки уже сожрал. Это плохо. Я пока что до сих пор с топором. Я понял, понял. Да дайте выйти-то. Потек контент. Так, а если мы... Все равно ударил. Да ёлки-палки-то. Сейчас, Фолька, я тебя уделаю. Что ли драться, но это как-то неестественно. Чик-чик-чик-чик-чик. И заряда нету. Надо бы все проверить. Ой, ты этот лысый.
вообще меня ушатал. Да. Типа, можно было подкрасться, там его как-то нагнуть и кнопку Е жать. Но у меня ни разу не получилось даже на простых. Да на самом деле дробовик надо было ставить и вперед. А дробовичок я могу улучшить? Да быть такого не может. Дождались, наконец. Я нахожу. Сейчас посмотрю. Депрессивным. Угу. А что, где-то здесь есть место, исполненное позитива? Конечно, милый. Везде, где есть похотливые слизняки, которых можно призабавно подвесить. Да ты больная. На... А вот урон улучшит. Давай поставим. Милые, больные на всю башку — это местные мутанты, через которых проросли побеги. А вот у кого действительно с головой не в порядке. То есть тут у нас не хватит. Из-за того, что вокруг было слишком мало людей. К сожалению, их теперь везде мало. Я скучаю. Ты моя отдушина, милый. Входи в меня чаще. Просто охренеть. Согласен. Оружейный узел последнего поколения увеличит профильный урон. Так, магазин я так и не нашел. Тут коллиматор. Вид на карте. Что это такое? Полигон. Да, вот эту штуку где-то я, походу, пропустил. Ладно, ладно. Попробуем все-таки с дробовика. Но это я не буду тут тратить какие-то основные компоненты. Патриков хватит. Корову загуляли. Бывает после в сундуках чертежи. Кнокер, да? Кнокер, если правильно. Приветствуйте, хорошего дня. Да, я понял, понял. Я не знаю, но калаш, наверное, точно я не пропустил еще, он, то бишь, недоступен. А вот по остальным предметам я без понятия. Ну, это было вообще как-то прям... Спасибо тебе. Слушай, это самое, объясни, пожалуйста, я смотрю, к тебе тоже заходил, да, этот человечек? Че он там за репост какой-то сделал? Какую-то, типа, рассылку в каком-то документе они добавили канал? Че это такое? Ты не в курсе? Кнокер. Если я правильно прочитал, я в английском, сори, типа. Прям тяжелый. Че, какие-то усачи-то погляди. Да, Мишань. Блин, не успел. Иди, иди сюда. Вот это было бы... О, какой-то компонент. Вот это было правильно. А то с топора мучаюсь и мучаюсь, а птички только глотаю. Так, подожди. Отсюда я пришел. Да типы сидят стримеры с небольшими каналами, помогают активно друг другу. А... Ну, блин, им бы там это самое. Может, я что-то не понимаю, но мне кажется, в этом документе надо было бы это
ссылки на каналы указать. А то по почте особо ты не разберешь. Как его там искать? Ну, я, например, не знаю. Я что, попытался там пару людей найти, я так и не нашел. Ты слышал то же, что и я? Я всегда слышу то же, что и вы, майор. И что скажешь? Ебучие пироги! Да тихо ты! Это и так понятно. Что-то там вообще недоброе впереди. Это и так, говорит, понятно. Пусть с пестицидным полимером все равно нужно как-то достать. О! Пестицидный цех ведет важнейшие исследования в области... Пироги, говорит. Короче, нам все равно доставать. Я боюсь, что там сейчас будет тот самый, да-да-да, ежик. Особенно забавно было, конечно же... Ты кто? Чекай-то-чекай. Володя? Ну, что-то Володя снится в последнее время. Кто такой-то? Ты можешь разбудить его в любую минуту. Через два часа, когда уровень пестицидов опустится до критической отметки, тварь проснется, слышишь? Мне нужна колба с пестицидным полимером. Колба прямо там, внутри. Пестицизм. Нужно, чтобы ты нашел полимерный контейнер. И тогда мы нахрен взорвем эту тварь. И тогда ты заберешь то, что тебе нужно. Хорошо, будь по-твоему. А колба уцелеет? Насос. Борщевик необходимо постоянно опрыскивать. Патч 400 скоро закончится. Нужно, чтобы ты нашел контейнер. Скорее. Так, ладно, контейнер. Спасибо, спасибо. Взаимно. Желтый такой бидон. Быстрее, нужно взорвать его. Найди желтый бидон, иначе нам... Бетон же... Желтый, друзья, желтый бетон. Охренеть. Здоровенная тварь. На кой черт она была вообще нужна? Это неожиданный результат дерзкого научного эксперимента. Тут экспериментаторы, блять. Согласен. А у меня патронов-то хватит. Ну и где искать? Полимерный контейнер, майор. Они всегда желтые. Найти его не должно быть трудно. У меня что-то пятая точка подгорела. Друзья, ладно, я сохранился. Побегу я настраивать, короче, типа, следующую трансляцию. Сейчас быстренько перекушу и Фален, да этот, как у Династии, отправимся в новую игру. Это мы с вами, я думаю, следующим стримом начнем тут колбасить. Вот эти вот контейнеры искать. Вот. Давайте, друзья, встретимся чуть позднее. Всем хорошего дня, хорошего вечера. Забегайте. Пробегайте, не забывайте. Короче, хорошего дня и добра вам. Увидимся, услышимся.